Моя жена на Филиппинах готовит для меня русское блюдо – блины. Сковородки, правда, у нас еще нет, но ничего страшного. Вот такие вот блинчики приготовила Дел. С пылу, с жару, прям вообще огонь. Али. Это панкейк. Панкейк. Я. Русские блины. Небольшие, не маленькие, прям то, что надо. Так что вообще класс. Сегодня будем кушать настоящие русские блины. Окей, финиш. Вообще класс. Смотрите, какой красавчик. Следующий. Не столь важна форма, круглая, там, квадратная. Главное, чтобы были вкусные и приготовлены с любовью. Right, honey? Oh my god. Go put. Опа-на. Опа-на. Следующий блинчик. Оп. Нормально. Не только вот у нас есть экзотические фрукты, манго, дурианы. У нас есть русские блины на Филиппинах. Ну-ка. Финиш. Опа. Го-го. Опа. Готово. И так далее по списку. Идем. Али. I forget we need honey sweet. I have honey in up. In up? Yeah, I have honey. We can put honey. Нам нужно добавить сюда немного меда. This we buy honey from Bohol. И будет вкусно. У нас, кстати, есть мед. You can get мед. It. I translate honey. What do you say, okay? Заболтались немножко. Okay. И получился темноватый. Okay. Вообще красота. И последний, наверное, остался. Go more, yeah. Okay, I can put some. Go more. It's big yeah. Cupcake, good. Окей. Вот будет идеально круглая форма последнего блинчика. Подождем. I can get honey. Ну, наконец-таки наши блинчики уже готовы, и теперь мы можем попробовать русские блины на Филиппинах. Но скажу заранее, что мы раньше ездили на
остров Бахоль и купили там мед. Они еще вот такая вот баночка меда настоящего из Бахола. И сейчас мы будем его пробовать вместе с блинами. Go. Его не так много, но нам позавтракать хватит. О май гаш, это so more. Go, go. Bon appétit. What? You say? Приятного всем аппетита. Yeah, приятного всем аппетита. Настоящие блины русские. Очень вкусно. Thank you, my honey. It's good, honey. Да, с настоящим медом очень вкусно. Классно. Я прям скучал по блинчикам домашним. It's good. Класс. Всем спасибо за просмотр, за поддержку.